Мы играли всегда, в 86-м году, в 89-м году, и вплоть до 90-го года. Ну, вот, по всей стране у нас были просто массовые гастроли, приглашали и на Запад, и в Германию, и в США. Мы принципиально отказывались, потому что на Западе мы не играем, буржуев мы не развлекаем, играем только принципиально у нас. Ананаса, рябчиков жуй. День твой последний, приходит буржуй.